Переговоры зашли в тупик, но тем не менее держи. Хоть какое-то утешение будет. Большое спасибо. Вы вернули мне ее частицу. Угу. Может быть, вы поможете мне подыскать укрытие? Ну ладно, хорошо. 25 тысяч XP. Замечательно. Стоп. Погоди, ты с нами, что ли, пойдешь? Втроем? А, там же плюс 2 написано. Че я туплю-то? Погодите, там плюс 2 же, да, написано? Плюс 2, а не плюс 1. Втроем побегаем, ребятки. Ну круто, я че рад я всему этому делу, конечно. Безумно рад. Так, тебе надо, знаешь, что-нибудь дать хорошенькое, да? Ну, на, держи этот, револьверчик, чувачок. Негритос. Ну, ты можешь револьверчик взять, пожалуйста? Бери. Ой, да ладно. Так, ну ты, может, возьмешь что-нибудь? Ну, возьми тогда дробовик возьми, этот. Возьми, пригодится. Пойдем. Да, прям банду сколотил, ребят. Сейчас, ребят, гляну, сколько времени. Погодите секунду. Все, погнали. Время еще есть. Так, ладно, погнали уже на задание. Вот этого босса убивать. С такой-то бандой, ребят, босса только так убьем. Ха, я думаю. А что тут думать, так и есть. Правда, тачку бы не помешал найти. И надо четырехместную найти. Да уж, четырехместная бы не помешал, конечно, найти. Только где бы мне ее отыскать? Седан, может быть, какой-нибудь. Вот, седан нашел. Как раз то, что надо. Да жду я, жду. Будешь меня так обзывать, я тебя убью, понял, тварь? Давай, садитесь. Садись. Ладно, хорошо, сели все, молодцы, ребят. Прям вчетвером, я говорю, банда какая-то. Опасные люди мы. Опасные, ребята. Так, а тут проехать-то можно хоть? Да вроде бы да. А, да-да-да, проедешь. Только придется высадиться. Ну, в принципе, не проблем. Все равно босс недалеко. У нас гости. Притормози, слышишь? Чё, они все уходят, что ли? Трой... Ой, извини, чувак. Трой в безопасной зоне. Ладно, неважно. Видимо, он слишком медленный был. Я же не виноват, что они все телепортируются, как только я от них отбегаю. Маслкар, садитесь, ребят. Вот эти довольно быстро, а тот трой негритос. Он медленный, садись. Бля, что ж ты такой медленный, ты чувак? Ну побыстрее там... А, смотрите-ка, тут же маслкар, значит, двухместная тачка. Значит, двухместная. Чувак, ну давай, поспеши. Я помедленнее буду ехать тогда специально, чтобы ты успел. Давайте тогда в эту тачку пересадим. Давай, Кэнди. Кэнди! Да ё-моё, ну Кэнди, пожалуйста. Ты села, что ли, да? Ладно. Так, а вот и босс, ребят. Погнали. Погнали на босса, ребят. Побыстрее. Эй.
Что такое? Там есть еда. А чего шепчешь? Зомби? Хуже. О, боже мой, на блевотине какой-то подскользнулся. Эй! Кого там принесло? Боже мой, какие ножки. О, господи. Руки приятного аппетита, ребята! Бон аппетит! Еды здесь на всех хватит. Боже, мне, ой, мне аж самому, блин, плохо стало от ее вида. Мне надоели диеты. Меня достал сельдерей. Это Алла Пугачева, что ли, или кто это? Ты же все это не съешь. Ха! Вот увидишь. Просто похоже только, знаете, такая килограмм, наверное, на 80 больше Пугачевой. Даже не на 80, на 100, наверное, если не на 150. Боже мой, она на скутере, что ли, каком-то двигается, охереть. Она еле туда влезает, блин, со своим пузом. Руки прочь от моей еды! Нет! Ты чё, долбану? Ни хрена себе, она его вилкой заколола, офигеть. Стой! Кстати, в реальной жизни есть еще пожирнее люди, на самом деле. Но я думаю, то, что вот, когда люди настолько жирные, это просто патология, ребят. То есть большая склонность к ожирению и то, что она не насыщается едой, поэтому она такая жирная стала. То есть элементарная патология, то, что слишком склонность большая к ожирению и то, что не насыщается едой, это жируха, я думаю. Что эта жируха сделает? Вилкой, что ли, заколет? Дарлинг гребаная. Она сейчас Джесси-то завалит с Кэнди, я думаю. Она подгорает немножко. Так, стоит, стой, 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 стой. Стой, не жри, сука. На, жри, мразь, подавись своим говном. Ни хрена себе, это пуш какой-то! Она блюет, ни хрена себе! Ой-ой-ой, ничем хорошим это не кончится. Хватит блевать, мразь! Стой, не жри, тварь! Точнее, на, еще пожри и умри, сучка! Ладно, ай-яй-яй, опять блюет. Ни хрена, мы ее убили, как быстро. Она мне даже ни одного хп не отняла, блин, жирная мразь. Боже мой, она сейчас, наверное, взорвется. Мне плохо. О, господи. О, как же меня мучит. Нехер столько жрать. Хотя, говорю, это элементарная патология, ребят. Ты маленькая. А ты биг... большая свинка, да? Биг пик? Пора... О, боже мой. Сумо! Господи. Офигеть. Ой-ой-ой-ой, как нехорошо-то ей, да? Сейчас задохнется. О, боже мой. Все, подохла она же, трясина. Ладно, хорошо. Сама виновата, что напала. Тут и так дохрена жратвы. Вот я не понимаю, зачем так жадиться, или как я не знаю это сказать правильно. Ключ кухни закусочной. А что у нас здесь? Ух ты, сколько тут еды, ребят, смотрите-ка. Вот я не знаю, зачем так жадиться, тут столько еды, я не знаю, это на год хватит, если не на два. И то несколько людей, чтобы прокормить. Вот это дерьмо можешь не брать, пожалуйста? Спасибо. Встретиться с Рэдом в башне связи. Может, машину из хлама сделаем?
Если, конечно, можно из этого всего сделать машину из хлама. Нет, нельзя, а с джипом? Как-то мне некомфортно. Извини, не хотел. Да, как-то некомфортно, конечно, тебе будет, наверное, чувачок. Не сочетается. Когда садимся в джипан, ребят? Садимся. Садись, Джесси. Джесси. Джесс. Джесс. Садись. Так, тут проедешь хоть, надеюсь. А, нихера подобного. Придется сейчас обратно ехать. Да что ж такое вот? Там не проедешь, блин. Так, по прямой и сюда заворачиваем налево. Потом опять налево. И уже к заданию. Сюда налево, что ли, или куда? Я что-то тут уже запутался, если честно. Стоп, я не туда еду. Нам сюда вроде, да? Да, по прямой. Немножко другой маршрут выбрал, ну да черт с ним. Теперь-то хоть... Да ё-моё. Нихера опять неправильно еду. Вот запутался уже, ребят, если честно. Еще плюс эти зомбари, блин, валят, никак не успокоятся. Так, по прямой и направо. Ну, теперь-то я... А, тут перекрыто, ребят. А, нам сюда вроде, да? Вроде бы. Я ж туда еду, хоть надеюсь, да, туда. Бесит то, что начинает цепляться. Вот это самая раздражающая хрень, которая может быть. Заградили, гады, все, заградили. Придется толкать. Хоть туда едем, я надеюсь. Да. Ну, тут просто по прямой, ребят, надо ехать. Главное, чтобы прочности у машины хватило. Так, вроде бы по правильному пути едем. Главное не сбиться. Блин, ну так, конечно, я на левел не накоплю на 18-е. Сейчас надо комбо делать. Тогда, может, накопим. Кстати, а мы все вот эти вот пункты... Остался один пункт. Одно убежище, ребят, которое мы не открыли. Вот это вот как раз-таки... Да нет, я вот сейчас не пойду открывать на самом деле. Не вижу смысла открывать все убежища. Хотя, может, как-нибудь потом открою. В принципе, если надо будет, я открою. Если не надо, то смысл открывать, согласитесь. Но если, конечно, может, дополнительные XP дадут. Что, скорее всего, за это дело. Но ради этого, что-то не особо я горю желанием делать, конечно, это. А, так, ладненько, давайте, значит, сейчас уже завернем. Слезь с машины! Завернем мы налево, наверное, да? Или мы наверх поедем? Нам вроде наверх надо, да? Да вроде как да, сейчас посмотрим. Вот не обучение надо, а карту, пожалуй, открой. Так, по прямой налево, ребят. По прямой налево. А теперь направо, чтобы в башню связи к Реду пройти. Даже тачка, ребят, как-то осталась жива. На удивление мне. Зачем тачку-то ломаешь, чувак? Мародер гребаный, а? Че, дополнительных заданий нету? Есть как смотреть кабинет адвоката. Ну нет, спасибо. И так уже навыполнял дополнительных заданий. На несколько дней вперед. Так, поговорим с Аней. Итак, ребята, глава четвертая. И дали напалмовую бомбу. Продолжаем. Еще три головы осталось. Если что.
Эй, не подкрадывайся так. Реда еще нет. Какая досада. Опа! Руки вверх, всем руки вверх! Гарри? Ты сказал ему, где я? Я тебе верила, сволочь! Эй, дамочка, успокойся, это не он. Я догадался, что тебе духу не хватит для этого. И проследил. Тебя, барышня, ищет мой босс. Ты пойдешь со мной. Ах ты мразь. Давайте, давайте, шевелись! Это зачистим территорию! Хватим! Вот они! Зачистим территорию! Они! Оставьте остальных! А что они тут делают-то? Охренеть. Эй, они! Спокойно. Что случилось? Где они? Спецназ нагрянул. Где они теперь могут быть? У Хэмлока, наверное. Они обустраивали временный тюремный лагерь. Старый диспетчерский такси в Энелтоне. Наверное, их повели туда. Топливо добыл? Семья важнее, Ник. Черт. Надо идти. А вообще, знаешь что? Я схожу за подмогой. Через дорогу от тюрьмы магазин подержанных машин. Встретимся на крыше, там мы разработаем план. По рукам, чувак. Ну что, ребят, на этом закончим серию. Уже и так растянулось. Наверное, на две даже поделюсь. Все, ребят. Я на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Подождите, не всем пока еще. Очки потратим, блин, что-то я подрактил события. Сейчас потратим одну очку и пойду дальше уже. Ловкость. Доступен новый специальный прием. Минус к урону от падения. Нет, спасибо. Давайте жизнь прокачаем. Плюс один куб жизни, плюс время действия и эффективности пищи. Все, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока.